Сначала они вольно орудовали отбойным молотком, а теперь с молотка могут пустить их квартиры. Этого через суд добивается Мосжилинспекция. Принудительным выселением собственников может закончиться, например, снос капитальных стен, пристройка балкона или попытка обустроить уборную с мега-джакузи над чужой кухней. В столице выявлены более 1000 случаев опасной и незаконной перепланировки. О творческом подходе к ремонту и его трагических последствиях Александр Карпов. Фантазия архитекторов-самоучек не знает границ. Видите балкон? Его там не было. Самовольная пристройка на козырьке подъезда так ловко вписана в облик многоэтажки, что обнаружили ее лишь бдительные соседи. Прорублена ограждающие конструкции дома, то есть внешне нарушен, тепловой контур помещений нарушен. Может нести угрозу жителям обрушением козырька подъезда. А что у вас произошло с балконом? Почему я нарушение? Я не знаю, я не хозяйка здесь. На контакты нарушители не идут. Все предписания игнорируют. Мосжилинспекция обратилась в суд. Собственник что должен будет сделать? Демонтировать балкон, восстановить конструкцию стены. Ну, как крайняя мера, у инспекции есть подача иска об обязании продажи помещения с торгов. Знаменитый генеральский дом в центре Москвы. Соседи пожаловались на шум. Инспекторы обнаружили, что внутри все уже снесено до голых кирпичей. В этой перегородке устроен проем. Коридор расширен за счет демонтажа перегородки. Сейчас будем составлять акт проверки, привлекать собственника к административной ответственности. Вы понимаете, да, что это нарушение закона, нарушение правил, что за это наступает ответственность? Да, но мы надеемся все-таки согласовать перепланировку, поскольку никаких несущих конструкций мы не затрагивали. В этом случае собственнику грозит лишь небольшой штраф. Есть в законодательстве два варианта согласования. То есть, как ранее выполнены, можешь подавать через штраф, да, согласование по техническому заключению о допустимости безопасности ранее выполненных работ. Однако согласовать можно далеко не все. Есть перечень переделок, за которые недвижимость могут и отобрать. А демонтаж вентиляционных или инженерных коробов в квартире, устройство балкона выше первого этажа, устройство жилых комнат под кухней или под санузлом. Мосжилинспекции подано уже 5 исков о лишении права собственности. Первым, чью квартиру суд постановил продать на торгах, стал житель дома по улице Космонавта Волкова. Соединил туалет в ванну и расширил за счет на 30 сантиметров за счет коридора комнаты, ну и за счет коридора. И не получали согласования? Да. По планам БТИ видно, что санузел в 235-й квартире разросся до размеров комнаты. Он джакузи поставил и увеличил размер туалета, санузла и стенку за счет кухни. Но предписание судов вернуть все в исходное положение собственник игнорировал. Теперь ждет торгов. Сейчас что с квартирой? Ничего, я же говорю, все, мне нужно согласовать ее. Этот ремонт. Как раз тот случай, когда правила, что называется, пишутся кровью. В ночь на 4 февраля в пламени страшного пожара на Никитском бульваре 12 погибли 8 человек, в том числе дети. Основная версия причины возгорания – замыкание электропроводки. Владельцы квартир не соблюдали правила мокрых зон, правила единой вентиляции, поэтому могло вполне оказаться, что мокрая зона оказалась над проводкой, и это стало причиной возгорания. Многие квартиры в доме принадлежат известным людям. Каждый, разумеется, делал ремонт по своему вкусу и кошельку. Все это время со стен связали гроздья проводов, совершенно перепутанных. Явно это не соответствовало нормам безопасности. Постоянно срывающая сигнализация была бичем этого дома. Пожар начался в квартире на 5-м этаже, а люди погибли в квартире на 6-м. Между 5-м и 6-м этажом произошло обрушение деревянных перекрытий. На площади 400 квадратных метров. Если верить соседям, квартиру на 5-м перестроил ее прежний владелец. Он там беспокоил соседей. Он беспокоил соседей? Да. А как его звали? Джефф. Вот планы БТИ сгоревших квартир. Верхние, в которой погибли люди, и нижние, где начался пожар. Хорошо видно, что бывший владелец нижней квартиры, американец Джеффри Свитбаум, снес все стены, перегородки и перекрытия 9 комнат. Как такую перепланировку можно было узаконить – большой вопрос. Из многокомнатной коммуналки получилась модная единая студия. Фатальное нарушение. Изменены границы мокрой зоны. Расширен санузел. Кроме того, при сносе стен, скорее всего, были повреждены вентиляции. Вентиляция и уничтожены огнеупорные слои между этажами. Именно поэтому огонь и мог в считанные минуты преодолеть деревянное перекрытие, не оставив людям шансов на спасение. Александр Карпов, Иван Мурашов, Олег Добин. Неделя в городе.